Минус 8. У нас очередной проход. В новом берем орешки. Посмотрим, что там у нас. И по плану у нас час ходьбы. Подмерзает речка. Подмерзает. Любители собак прогуливать. А я прогуливаю сам себя. О, о, бегит. О-хо-хо-хо-хо-хо. Хозяйка негодует. Купаться? Холодно. Холодно? Да. Полезет все равно? Короче, вы все слышали сами. Вот так начался наш проход. Показалось наше дерево. Смотрим. Орехи на месте. Никто их не хочет брать. Еще положим. Три штучки. Вот так вот. Но никто не нашел. Мороз хороший. Минус 8. За руки хватает. Одевайтесь. Даже в маленьком охлаждении начнет там болеть. Особенно этим делом страдают суставы. И будут проблемы с суставчиками. Так что одевайтесь по погоде. Заодно снимать, вроде бы аккумулятор полный. Немножко прошелся по холоду. Опа, замерзла. И все отказало. Посмотрим, как этот работает. Дойду ли я до машины. То есть практически сделаю круг или нет? Я вообще не думал, что вас так голод заинтересует. Столько вопросов по голоданию. Так голодать, так голодать, насухо, на мокро и так далее. Потом еще какие-то клиники пооткрывались там. Так голодают, так голодают. Я не знаю толком, как там, где там голодают, что там делают. Вот.
Поэтому моя книжка готова. Вы можете ее заказать, я вам вышлю. Высылаю ее бесплатно, в электронном виде. Почитайте там. Вот, различные исследования были голода. Проводились они давным-давно. Еще в прошлом веке. Интересовало, что и как. Я это описал. Говорят, какие-то там последние исследования были там. Еще что-то. Что может быть жировая дистрофия после голодания длительного. Но это те пишут в кавычках ученые и рассуждатели, которые ничего этого не делали. И знаете, мне даже с ними спорить не хочется. Что спорить с человеком, который ничего не делал и рассказывает по каким-то там вещам, которые неизвестно с каких позиций это все рассказывали сами, исследовали. Так кратко скажу, что я сам пережил и что является моим знанием. Вот первые 3-4 дня лично для меня вход в голодание. Хочется есть. Все, если я отвлекся, оторвал себя от мысли о голоде, от чашки с тарелкой, прошел этот период, все, есть не хочется. Чтобы войти в голодание, есть советы делать там несколько клизм, шанг-пракшалану, принять там слабительное. Ну, практически все это я пробовал. Нормально это работает, чтобы все это было чистенькое. Но также входил и без всяких очищений, когда насухо голодал. И тоже нормально. Главное, сам процесс голодания. Вот, чтобы он пошел. Если небольшие сроки, там до недели, там можно ничего особо не очищать, там с клизмами не заморачиваться. А если больше недели, то вы видели на моем видео, что каждый день, а то по два раза в день, выходит вот эта вот разная жижа, муть. Настолько мощно идет очищение. Далее. Как правило, болезнь входит в нас, знаете, как бы взламывая крепость. Точно так же.